Ну, прежде всего, я хочу сказать, что я просто потрясен тем качеством обслуживания, тем качеством проведения семинара, который сейчас мы проводим, двухдневный семинар в выставке «Ипосфера здоровья лошади». Огромный интерес вызывает развитие коневодства, конозаводства, развитие конного спорта. Огромное количество людей пришло на семинар и неподдельный интерес со всех регионов России. Более 60 специалистов, которые в течение двух дней будут обучаться правильностью заполнения международных паспортов, будут проводить и практические занятия, прослушают семинар по ортопедии, по заболеваниям лошадей, по развитию нашего конозаводства и коневодства. И я надеюсь, что в будущем, так сказать, такие семинары будут очень полезны, и количество их будет конкретно увеличиваться. Мы находимся в новом павильоне 17-й международной конной выставки «Ипосфера» в Санкт-Петербурге, Россия. Это огромный комплекс, построенный в соответствии с международными стандартами. Наша компания «Биогрум» рада принять участие в выставке. Мы производим средства по уходу за животными. В «Ипосфере» мы участвуем в самой первой выставке уже в 17-й раз. Добро пожаловать!